Доброе утро всем чемпионам и их родителям. Друзья мои, сегодня готовим особенный завтрак, который должен удивить ваших детей. Ну и, собственно, всех домашних. Я думаю, никто от такого завтрака не откажется. А приготовим мы сегодня вкусные яичные рулетики с малосольной кетой. Друзья, для начала, что мы делаем? Творог 5% жирности я уже выложил в глубокую тарелочку. Сюда мы нарежем сейчас мелко укроп. Это может быть любая другая зелень. Кто какую любит. Ну, я вот предпочитаю укроп. И отправляем это все к творогу. Далее творог мы хорошенечко перемешиваем с зеленью и убрали в сторонку. Далее 4 яйца. Я сейчас перемешаю в глубокой миске. Немного соли. И хорошенько взбиваем. Далее разогретую сковороду я смазываю подсолнечным маслом. Так, выпекаем блинчики из полученной яичной смеси. Немного подрумянили с другой стороны и выкладываем на тарелку. Пока блинчики выпекаются, спешу напомнить, что спонсор завтрака чемпионов – сеть дискаунтеров «Амбар». Экономить легко, экономьте на покупке продуктов сети дискаунтеров «Амбар» на благие цели – образование, путешествия, здоровье, опять же, ну или походы на шопинг, к примеру. Так, ну и пока у нас остывают яичные блинчики, я разберусь с малосольной рыбкой. Сейчас я ее нарежу таким кубиком, не самым мелким, чтобы рыбка все-таки ощущалась. После того, как справились с рыбой, начинаем собирать рулеты. Выкладываем блинчик, сверху тонким слоем раскладываем творог с зеленью. Ну и рыба. После того, как разложили, все это сворачиваем. Также поступаем и с оставшимися блинчиками. Ну а теперь каждый из трех блинчиков мы нарежем, выложим красиво и подадим к столу. Под рукой у меня не оказалось зубочисток, зато оказались вот такие вот, можно сказать, пиратские шпажки. Завтрак чемпионов готов, поэтому свистать всех наверх. Будем кушать.